Миссия ОБСЕ опубликовала свой отчет о выборах в Азербайджане. Я просто не могу это не зачитать. Мария Захарова АТƏT-in Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı hesabatını tənqid edib. Stat, namizədlərin sayından, onların hansı platformada olması və hansı partiyalara üzv olmasından asılı olmayaraq, bir məqamdan başqa heç nə vacib deyil. Zaxarova ATƏT-in seçkiləri necə müşahidə etmək barədə heç bir təsəvvürləri olmadığını deyib. Требуется эффективная подготовка, а дальше уже каждый выходит со своим позиционным материалом. Так вот, хотя были эффективно подготовлены, критические голоса и политические альтернативы в основном отсутствовали. Но даже не это шедевр. Хотя в кампании, пишет миссия БДИПЧО БСЕ избирательной, приняли участие еще 6 кандидатов, ни один из них убедительно не бросил вызов политике действующего президента. Что не сделай, какое количество кандидатов не будет, какие у них не будут платформы, партии, ничего не важно, кроме одного – политическая ангажированность и заведомо выписанного результата. А еще у меня один вопрос к БДИПЧ ОБСЕ. Они вообще что-нибудь слышали о понятии консолидации общества в критически важный для государства момент? По-моему, ничего не слышали. А если ничего не слышали, значит, они понятия не имеют, как можно наблюдать за выборами, ну и так далее, и так далее. Спасибо.